Новости будущего. Добрые новости будущего. Новость из Краснодара. Этот солнечный город стал первым в России экологичным городом. Как? Довольно просто. Жители навели порядок в собственных головах. И теперь Краснодар щедро дарит свой рецепт всем слушателям радио «Гамаюн». Новости будущего. Начиналось все как в сказке, только в страшной. Городские да сельские службы бытовой чистоты перестали справляться с потоками разнородного мусора. А перестали они справляться, потому что поставили себе запрет на расширение территорий свалок. Власти и народ решили: не для свалок родная земля. Земля-кормилица наша отныне и навеки для плодов изобильных, для лугов полей, для трав цветов, для путей дорожек, да для радости, сотрудничества и любви. Первыми справились с мусором селяне. Всего-то и оказалось, что надо сделать – это отказаться от пластика. А остальные отходы утилизировать проще простого. Появились и артели, которые забирают не пошедшие в домашний компост отходы. Их пускают на переработку и обогрев. Мы делаем новости будущего. Горожанам было труднее, но мысль, что чистоту в мире надо начинать с себя, дошла и до них. И вот тогда пошла потеха. Активные горожане сами изготовили плакаты «Начни с себя». У домов появились и стоят теперь чистенькие, аккуратные мусорные баки. Синие, зеленые, красные, желтые, оранжевые. Жильцы в помощь переработке сортируют свой мусор по 5 категориям и относят кульки, пакеты и пакетики в разноцветные баки. И вскоре все с удивлением заметили, что качество жизни стало повышаться. Ведь очищение от грязи физической, грязи мысленной и душевной связаны. Это и есть главный рецепт чистого Краснодара. Хочешь жить в чистоте? Начни с себя. Текст Михаила Немова, читала Валерия Павлова. Новости будущего. Новости будущего. На радио «Гамаюн».